пенальти. Еще и под самую штангу пробил, да? 1-1. Сейчас-то они уже все в одинаковом положении. Уже все после перерыва и замялись, и размялись. Криштиану. Надо забивать. Да, 2-1. Ди Мария. Как-то покричать мы с тобой не успели. Гол! Автор гола Ангель Ди Мария. Здесь, в общем, классическая ситуация. Смотрите, не хватило игрока, да? Вот здесь вроде бы все есть, а вот там уже нет. Потому что Пире задержался, обрати внимание, против Роналда играл уже Годин. Годин страховал, да. Но он уже почти в центральной зоне был. Перетянули защиту на одну сторону, и лишний игрок с другой возник. Не стал каблуком играть Криштиану. Годин. Оттолкнули его чуть-чуть, обыграли вратаря. Ну что ж ты сделал, Диего Годин? Диего Годин. Нет, все-таки он сегодня не годен. Да, болельщики Атлетика пьют в локардин. Да, важно понять, куда попал мяч. Не побежал в ворота, чтобы войти с мячом вместе. Так вот, что здесь было? Не видно, куда мяч попал Игуаину. Но если бы в руку, возмущение бы было запредельно. Вот здесь будет видно. Нет, в бок. Сообщили в Твиттере Касилис. Ребята поспорили, что четвертый забьет Калихон. Может быть, Игуаин, а может быть, и Роналду с пенальти. Матео Лаос. А Роналду заработал этот пенальти, по сути, пяткой. Красная карточка может сыграть в центре. Пас пяткой, конечно, блистателен. Я не понял, за что удалили Година, честно говоря. По-моему, он просто падал и свалил. Да, он споткнулся, по-моему. Споткнулся и упал на Гонсало Игуаина. Отбить на Сантьяго Бернабеу. Демонстративно не смотрит на вратаря. Он уже все решил. Он все знает. Роналду гол. Ну вот и разгром. Асенхо, видимо, полагал, что будет удар подсечкой по центру.